привет! Добро пожаловать на канал Талия 60. Меня зовут Наталья, и это мой канал о вышивке. Сегодня я снимаю, наконец-то, итоги 2023 года. До Нового года остается буквально несколько дней. Я сажусь в последний поезд. Но на самом деле я очень надеюсь, что под это видео вы сейчас нарезаете салатики, готовитесь к Новому году, слушая мою болтовню. И давайте начнем с того, что я скажу, что мне кажется, что в этом году я вышивала не так много, как в предыдущий. И мне вообще кажется, что с каждым годом у меня как будто становится все меньше и меньше работ. Может быть, это происходит из-за того, что насыщение идет, да? Я стала более разборчива в том, что я вышиваю, в плане того, что я уже не скупаю все подряд, я довольно спокойно стала относиться к вышивке. Я по-прежнему, конечно же, ее люблю и не представляю себе жизнь без вышивки, но все равно я стала гораздо в этом плане спокойнее. То есть я уже не схожу с ума над всем подряд. Вот. И давайте начнем тогда с первой работы, которая вышилась мною почти год назад, то есть она вышивалась в начале этого года. Начинала я еще в 22-м, и это прекрасный носок от Dimensions, который я просто обожаю. Вышила я его, получается, в январе или феврале закончила, ну а оформила уже вот буквально месяц назад. Я показывала об этом во влогах и о своих приключениях с этим носком. Но получилась просто шикарная работа. Я считаю, что он очень красивый. Он невероятный. Я думаю, что те, кто вышивали этот носок, прекрасно понимают, о чем я говорю. И мне очень нравится на него смотреть и трогать его. И вообще, я даже с трудом верю в то, что я смогла такую работу осилить. Для меня Dimensions — это непросто. Я после этого носка вообще не захотела больше вышивать Dimensions, хотя он не сложный, да? Ну, есть гораздо сложнее работы у этого производителя, но вот такая вот у меня была история. То есть все-таки на конве 18-го каунта вышивать непросто. Задник у меня вот такой, должен был быть другой, но вышло как вышло, все равно красиво. И знаете, вот эту вот кисточку я тоже делала сама. Здесь мое и мужа имя. Просто я не знала, что сюда написать. Я хотела, чтобы это был наш носок, потому что здесь изображены два кардинала. Очевидно, что это парень и девочка. Вот. И, ну, такая вот ассоциация у меня. И я хочу сказать, что, конечно, я очень горжусь собой за эту работу, вот честно. Я часто себя, точнее, редко себя хвалю, но эта работа прям вот, мне кажется, я молодец. Вот, и я планировала сюда класть всякие конфеты, вкусняшки, но он у меня висит для красоты рядом с елкой, и, конечно, ничего класть я сюда не буду, потому что я не хочу его растягивать, деформировать. Это просто украшение, это просто вот такой вот красивый носок, который я всегда буду доставать на Новый год теперь. Вот, и что хочу сказать, когда смотрю на эту картинку, я испытываю такие приятные эмоции и даже как будто чувствую себя в этом дне, вот, в котором находится, да, в котором этот сюжет. Вот настолько классно Dimensions сделать свои разработки, что ты как будто ныряешь в это окно и чувствуешь, что ты как будто там и находишься. Так, ну все, лирика началась. Так, я сразу скажу, что я работы свои буду показывать не по хронологии, как я их вышивала, а просто все подряд. Вот. И следующая, вот здесь у меня лежит на коленках, и я покажу работу, которую я вышила и оформила. Кажется, это было весной или летом, я уже не очень помню. Это вот такая птица от Moja Stitches. Когда я ее увидела, я сразу поняла, что мне это надо. Очень красивая птица в цветах. Я думаю, многие из вас знают эту работу, она произвела фурор. Не в смысле моя работа, а сам сюжет, он стал очень популярный, многие захотели эту птицу. И когда я ее вышла, я сразу же продала схему. Вот. И раму эту, в которую я оформила, мне дарили
мне дарила коллега моего мужа с бывшей работы, Татьяна. Если вы меня смотрите, я передаю вам большой привет и с наступающим Новым годом. И она подарила мне несколько рам. И вот эта рама, вроде бы, она от Sunflower House, насколько я, да, вижу руку. Вот, и она лежала у меня и ждала своего часа, и вот, когда я эту работу вышла, я достала раму, и она идеально сюда подошла. Я считаю, что смотрится просто супер, очень элегантно, и висит у меня теперь эта работа на стене. Она напоминает мне какие-то старые гобелены, старые бабушкины покрывала, и когда я на нее смотрю, мне очень-очень спокойно. Вот, и рама сюда просто идеально подошла, как мне кажется. Просто суперская работа, обожаю ее. И оформление тоже. Вот такая красота. Так, следующая работа, которая тоже... Я ее начинала в 22-м, кажется, году, но дошила в этом. Это у нас бренда Gervais или Gervais. Производитель, точнее, ну да, схема от бренда Gervais, от производителя With the Needle and Work. Очень красивая работа. Основу я красила сама в такой серовато-голубой цвет. Он больше передается вам голубым. На самом деле краска была серая, но получилось здорово, очень. Мне нравится результат, мне нравится, как я покрасила основу. Вот, и... Здесь я использовала нитки по ключу, кроме вот этой самой темной красной. Ее я взяла просто на свое усмотрение. И тоже эту работу я оформила недавно, ну, можно сказать, да, наверное, летом или в начале осени. Короче говоря, довольно скромное оформление получилось, но зато это деревянная рама. Мне кажется, она сюда неплохо подходит. Она довольно спокойная такая, да. И в целом смотрится неплохо. Но я просто в восторге вот от этих ягод и от белых вот этих вот цветов, которые вверху. Да, вот здесь, кстати, и число у меня написано. Очень-очень красивая работа. Я долго-долго мечтала ее вышить. И вот, наконец-то, это произошло. Еще раз поближе вам покажу. Красота. Ну и здесь, конечно, мои инициалы. Так, едем дальше. Я сейчас вспомнила, что еще одну работу оформила, но убрала ее, потому что, ну, пока идет Новый год, я убираю какие-то, да, повседневные, можно сказать, работы и выкладываю новогодние. И я сбегала за ней. Это вот такая вот работа, которая оформилась совершенно вот, ну, мне просто хотелось, чтобы она была у меня, да, чтобы я ее видела, чтобы она не лежала в рулоне, поэтому оформление не очень, как мне кажется, сюда подходит, но это лучше, чем она прячется в рулоне. И это у нас тоже With the Needle and Threads, это бренд Gervais, опять же. Очень красивая работа. Вот, кстати, я ее убрала, а зря, потому что меня натолкнула на мысль Инна Джагис. Недавно смотрела ее видео, и она показывала там эту схему в своих запасах. И она сказала, что вот эти красные цвета делают работу рождественской. И действительно, я посмотрела, такая, ну, правда. Действительно, в этом что-то есть. Вот эти красные цвета делают ее более рождественской. И мне очень нравится вот эта деревушка вдалеке. В такой арочке. Очень красивая работа. Очень она такая, ну, яркая за счет красных цветов. И вообще в сэмплерах, да, мы же не часто встречаем такие яркие цвета. А здесь прям такой красивый красный, такой клубничный цвет. Я вышивала ее на Цвайгарте 36-го каунта нитками по ключу. Кстати, красный цвет — это DMC. Вот, обожаю эту работу. Она такая простенькая, но что-то в ней есть. Она за счет вот этой сочности и яркости мне поднимает настроение. Так, следующее, что я покажу вам. Это будет такая маленькая работа, которая у меня оформилась. Это ключ от Mill Hill. Вот такой вот ключик весенний,
с бабочкой, очень симпатичный. Я заменяла, у меня был набор, я заменила здесь основу, я покрасила эту основу сама. И я подумала, что хочу оформить во что-то такое летнее, зеленое, знаете, чтобы вот прям, ну, чувствовалось такое лето, праздник. Поэтому я оформила в конверт с вот такой вот тканью. И я обожаю смотреть на эту ткань, потому что здесь вообще целая жизнь. Тоже, кстати, напоминает Dimensions, у них есть такой сюжет. И мне кажется, этот ключик прям супер сюда подошел. Вот, этим конвертиком я, конечно же, пользуюсь. Это, кстати, первый мой конверт, который я вообще сшила. У меня на это ушел целый день. Получилась не совсем стандартная, да, история. Здесь у меня такая висюлька в виде сердечка. Получилась не совсем стандартная история, потому что обычно конверты не так выглядят. А у меня вот такая, видите, сумочка даже, клатч получился. Но мне нравится. Красивая. И я в нее кладу работы там, и когда куда-то поеду в гости к маме. Ну, то есть она удобная, все мне нравится, все супер и красиво. И вот прям вот лето-лето. Вот хочется ей есть мороженое в какой-нибудь кафешке, чтобы фонтан рядом был, да, чтобы на велосипедах кто-то проезжал. Короче, кайф. Просто обожаю эту работу. Вот. Так, следующее, что мне попалось, это не самый мой удачный эксперимент, я сразу хочу сказать. И, ну, я недовольна этой работой. Вот честно говорю, как есть. Это вот такой вот Дед Мороз. Дед Мороз-то мне нравится, он классный. От Олен Шлагер. Очень прикольненький такой. Вышивался супер-мега быстро и легко. Мне его прислали на обзор gela.ru. И я решила оформить, ну, я не знала, что с ним делать, и я решила его оформить вот в такой новогодний мешочек, чтобы туда складывать конфеты. Ну, что-то у меня пошло не так. Вот такой задник у меня получается, да, тоже симпатичный. Короче, я мешочки никогда не шила до этого, и у меня вышел не очень удачный эксперимент в плане того, что я слишком мало оставила вот места, да, здесь. Ну, сейчас мне напишут 100%, что можно это все распороть, пришить еще кусок ткани, да, вот чтобы вот это пространство увеличить и так далее. В общем, не буду я, друзья, этим заниматься, я сразу говорю, потому что не хочу. Вот. И, ну, в целом, такая симпатичная сумочка получилась, да, чтобы конфеты сюда класть. Нормально. Я, кстати, клала сюда конфеты. Мы их уже почти доели. Вот. Но все равно, да, такая милая вещица на Новый год доставать, почему бы и нет. Но в целом это не самая моя удачная работа, скажем так. Вот. Дальше. Что еще у меня здесь есть? Прикладное. В этом году вообще мне хотелось, кстати, часто шить что-то такое маленькое, прикладное, какие-то отдыхалочки. И вот я осенью гуляла в парке и брала с собой вот такую вот вышивку. Давно заказывала пуговицы для нее, вот эти все, от Just Another Button Company. Еще у меня есть два наборчика таких пуговиц для подушек из этой же серии. Они мне прям очень понравились, эти подушки. Я думаю, буду обязательно еще шить. Ну, потому что они классные, они приятные на ощупь. Вот, и они такие прям уютненькие. Такая вот подушечка на тему Хэллоуина. Соскучилась я по Хэллоуину в этом году и решила что-то такое вот сообразить. Вышивала, можно сказать, подбором. Схемы есть в интернете, вообще не вопрос их найти. Вот, и вот пуговички пришила. Классно вообще, обожаю эту подушку тоже. Она такая приятная, ее прям очень хочется постоянно трогать и жмякать. Видите, у меня здесь всякие тыквы. Ткань, кстати, давно покупала на формуле рукоделия. Вот пригодилась. Я сейчас поняла, что я периодически вот за год доставала из своих запасов что-то. И такая, о, это я давно покупала. И вот она наконец-то, да, сыграла свою роль. Кисточку тоже делала сама. Вообще кисточку я делала для блузы, которую я шила. Но она мне там не пригодилась. Поэтому я ее сюда прицепила. И прикольно выглядит. Очень милая вещица. Так, следующее, что я покажу, это игрушки. Давайте по игрушечкам пройдемся.
Это игрушка от Милхил из серии, то есть этих игрушек всего 6. Я вышила пока что одну и оформила ее. И я очень довольна результатом. Сейчас я не пойму, фокусируется у вас. Очень я довольна результатом. Игрушка очень классная. Она такая прям, она маленькая. Она, кстати, не просто вышивалась, как по мне, но она такая прям атмосферная очень. Красота просто. Я в восторге от этой игрушки. Я оформила ее вот так, как видите. Сзади у меня блесточки, все переливается. И, конечно, я даже думала еще одну такую вышить, но потом передумала. Одной игрушки достаточно пока. Ну, конечно же, я буду вышивать обязательно. И вот видите, все на елку вешаю. Ну, эти я не вешаю, они очень большие. Но здесь у меня снежинки еще с прошлых годов. Вот, и еще одну игрушку. Давно хотела я вышить этого солдатика. Это Джаснен из серии Филагри Фэнсис, по-моему. Ну, не знаю, у меня не было набора, я вышивала подбором, а солдатика я купила еще давно на формуле рукоделия. И я его чуть-чуть даже подкрасила золотой краской, вот, потому что он у меня был серебряный. Ну, чтобы он подходил, потому что подушечка, она вся такая в золоте. И сделала висюльки вот эти из бисера. Вообще, мне так нравится вот эти делать висюльки из бисера. Мне кажется, они так классно выглядят. Здесь у меня золотой креник. Ну, в общем, все по схеме, которую тоже без проблем, я думаю, вы сможете найти в интернете. И здесь у меня бисер тоже пришит по краям. Короче, классная работа. Такая вот милая, и мне нравится на Новый год шить вот такие игрушечки. Их уже собирается постепенно целая коллекция, и потом достаешь, и даже не знаешь иногда, куда повесить. Следующее, что я покажу, это тоже из последнего. Это были такие вот три снежинки. Вот такие вот три снежинки прекрасные из книги «Милхил». Тоже небезызвестная, конечно же, книга. Но тут я уже подключила фантазию. То есть я взяла бисер по своему усмотрению, чуть-чуть ориентировалась на схему из книжки. И вот конкретно в этой снежинке я вышила вообще по-своему. То есть я вот эти вот стеклярусы пришила, как вот мне захотелось. По сути, эту снежинку я выдумала сама. Вот. И получилось здорово. Следующая уже идет полностью по ключу, такая золотая. И, конечно, на елке они выглядят просто бесподобно. Очень богато. Очень красивые снежинки. Я вот прям рекомендую. И такую вот бело-молочную тоже посмотрите, как здорово все сверкает. Да, я даже думаю, что это не последние. То есть у меня всего их уже 7, по-моему. Да, 4, 3, 4 у меня вышито. Ну, вот стареньких, вот этих несколько лет назад, то, что я вышивала. И еще 3, то есть целый комплект уже, можно сказать. Но они настолько приятные, они быстро, легко вышиваются и очень эффектно выглядят. Поэтому я думаю, что именно из-за них я не расстаюсь с этой книгой. И, хотя я хотела бы ее продать. Она для меня довольно бесполезная. Так, следующая игрушка, которую я вышла уже как бы к Хэллоуину, это вот этот мишка. Я тоже очень давно на него смотрела. Это мишка от Милхил. Схема есть тоже ВКонтакте в группе Милхил. И даже я специально заказывала вот эту звездочку для него, хотя здесь идет другая по цвету, другой цвет звездочки, но я подумала, какая разница. Очень прикольный мишка, потому что он, видите, вышивается фрузелками. Голова и лапы, в которых он держит звездочку, вышиваются фрузелками. Фрузелки эти делаются блендом даже, да. То есть так интересно. Ну, он такой миленький, прикольный. Основа у меня была тоже, мне дарили, вот такая зелененькая. Я решила ее здесь использовать. Как всегда, я сделала вот эту висюльку. Я говорю, я просто фанат этих висюлек. И вот синелькой вот этой вот я задник сделала. И здесь у меня в клеточку. Ну, просто милота, вот говорю,
достаю осенью, буду доставать на Хэллоуин и вешать тоже для красоты. Миленькая вещица. Так, следующее. Это мелхил, который я вышивала весной на бумаге. Неожиданно, да? Скажете вы, ну да, такой вот у меня случился момент, что мне захотелось вдруг вышивать мелхил на бумаге. Обычно я его постоянно заменяю, вот, но в этот раз я решила вот так. И что хочу сказать, по-прежнему на бумаге вышивать мне не нравится. Давайте так поближе покажу, не знаю, есть ли фокус, с ним проблема. Вы знаете, этот набор просто... невероятно красивый. Он здесь, во-первых, цвета какие: бисера, желтый, розовый, голубой, просто вот эти цвета, зеленые, они такие яркие, сочные. И вышивать, конечно, приятно очень такими цветами. Цветочек такой прикольный, голубой. В общем, когда еще повышиваешь, да, не часто тоже такими девчачьими милыми нежными цветами. Вот, но на бумаге мне вышивать не сильно нравится, вот так скажу. Но не исключено, что я все равно буду вышивать на бумаге еще, потому что это удобно, в плане, что потом эти работы удобно хранить и удобно их менять в рамке. То есть можно просто стопочку вот эту сложить куда-то, она немного места занимает. И не надо каждую работу оформлять, вот это все. То есть просто вставил в сезон, другой вытащил, и это очень удобно. Я вот из этих соображений решила все-таки, что буду, скорее всего, на бумаге вышивать, за исключением, конечно, тех работ, которые подбором, потому что для них у меня просто нет бумаги и каких-то игрушек маленьких. Ну, просто потому что я их хочу красиво оформлять. Вот, следующий мелхил, который как раз-таки я вышивала подбором, поэтому он на ткани. Здесь у меня... Ну, ладно, это ничего. Очень красивый. Просто один из самых красивых мелхилов, если не самый красивый для меня. Вот этот вот мелхил осенний. Просто, я не знаю, кто это придумал, но это так красиво. Говорили, почему... Вот меня, кстати, спрашивали, почему здесь в окне, да, вот эта рамка, она как бы, ну, перерезает занавеску. Ведь мы же смотрим в окно. Нет, мы смотрим не из дома в окно, то есть в окно на улицу, а мы смотрим с улицы в дом, понимаете? Вот, ну, потому что какие-то противоречия, я помню, там вызвал этот сюжет. У меня вообще никаких к нему нет претензий, я просто в восторге. У меня была тыква, вот эта пуговица тыква от шелковой нити. И бисер я там весь собрала почти по ключу, кроме вот этого. Ну, пришлось заменить, я его не смогла найти. И вот что получилось. Я в восторге. Я видела, я вообще как, я увидела у Оксаны... вышивает дама с собачкой. Этот набор, я такая, вау, я никогда его не видела в жизни вообще, и вышитым тем более. И я стала искать, нашла схему ужасного качества, но меня это никогда не остановит. Если мне что-то нравится, мне вообще все равно. И вышила, и вообще просто я в восторге. Не знаю, когда оформлю, но очень хочу, конечно, оформить и повесить эту работу. Так, следующее. Это вот такой вот, ну, это такая отдыхалочка. Это тоже был подарок от Ани, Нюта Хэндмейд. Тебе большой привет. Вот такой вот дедушка шмель, я его называю. В общем, гномик. Он очень легко и быстро вышился. У него звенит бубенец вот этот. Я думаю, что я его оформлю во что-то прикладное. Правда, еще не знаю, когда. Были у меня идеи по поводу его оформления, может быть, в текстильную коробочку какую-то. Но он миленький, как бы, да, и, смотрите, красиво переливается. Так, следующий, это тоже мелхил. Ну, кстати, вот мелхил я всегда, он у меня всегда хорошо идет. Эта работа вышивалась подбором, тоже такая довольно редкая вещь. Но у меня не было набора, соответственно. А вот это такие гуси. Я еще хочу маленького вышить. Есть маленькая гусыня такая, да, ну, она как бы тоже из этой как бы серии, но такая маленькая, как игрушка. Может быть, когда-то и вышью.
и оформить их вместе. Вот, знаете, оформить эту работу в раму и еще гусыню как-то прикрепить на саму раму. Будет, мне кажется, очень прикольно. Бабочка у меня от шелковой нити, опять же. Ну вот, кстати, некоторые говорят, что им не нравятся эти пуговицы от шелковой нити, что они пластиковые, что это видно. Не знаю, мне нравится, я довольна. Вот. Издалека там, знаете, никто не поймет, что это не оригинальное. Эта работа супер легко вышивалась. Здесь обалденные цвета. Основу я красила луковой шелухой, когда была Пасха. Решила кусочек положить в лук. Кстати, прикольно получилось. Вот. И да, просто красота. Очень нежная и весенняя. Так, следующий опять Милхил. Маленький такой вот. Ну, прям совсем крошечный. Это мне мама дарила тоже давно. Ну, симпатичный. Кажется, я вышила его летом. По-моему, летом. Ну, короче, я уже, честно сказать, не помню. Такая стрекозка пришивается. Прикольная штучка. Тоже, скорее всего, во что-то прикладное оформлю. Не знаю. Или в какую-то маленькую рамочку, если найду. Ну, такая милота. Я помню, что я ее взяла. Просто у меня был вот этот наборчик. Я его взяла с собой тоже, да, чтобы что-то быстро вышить. Так, следующая работа. Это у нас вот такой вот сэмплер. Я начинала его, не помню, наверное, в позапрошлом году. Я не помню. В общем, я начинала его давно, а потом что-то он у меня не шел. И все-таки я решила ко дню Святого Валентина что-то надо было вышить. Я решила его закончить. Это Dimensions. Какой-то супер-мега-редкий набор. Вот. И у меня его не было, конечно же. Я схемой со мной поделились, но у меня ее уже нет. Вот. Ну, то есть, да, у меня уже нет этой схемы, я ее удалила после того, как вышла работу. Она очень нежная, такая красивая, конечно. Она вышивается в три нити. Я начала вышивать вот эту рамочку здесь и здесь голубую в три нити. Потом я одумалась, потому что в три нити вышивать мне не нравится категорически. Дальше всю вот эту среднюю часть я вышивала уже в две нити. И получилось очень даже прекрасно. Все отлично получилось. Работа легкая, она вышивается легко. Вот. Она такая милая вообще. И что с ней делать, я не знаю. Это, знаете, вышивка ради просто процесса, ради удовольствия, ради вот этих нежных, красивых цветов. Но совершенно непонятно, как ее оформить. Подушку не оформишь, потому что она, видите, такая, не будет же такая подушка стоячая. В общем, не знаю. Ну, красивая, очень красивая работа. Она теперь у меня есть вышитая, и я безумно этому рада. Даже пусть она у меня лежит в рулоне пока, но все равно. Так, следующая. Смотрю, чтобы ничего не пропустить. Это была такая, можно сказать, авантюра, потому что Катя с канала Катерина Стич, она меня подбила. Говорит, давай вышивать эту работу. Давайте устроим СП на троих. Я, Катя и Лена. Лена, кстати, не знаю, вышила или нет эту работу. Ну, в общем, я вышила ее. Это Hands Across the Sea Sampler. На основе собственного окрашивания, как я красила. Ой, это вообще смешная такая история. В общем, я покрасила основу, мне не понравилось, я ее белизной обдала, у меня появились какие-то зеленые пятна. В общем, я с ней там химичила, но в итоге то, что получилось, мне понравилось. Ну, это 40-й аккаунт. Ну, конечно, мне очень нравится этот сэмплер. Он такой крохотусечный, конечно. Рамка здесь вышивается супер скучно. Вот, и я сделала ошибку. Мы все ошиблись в одном и том же месте. Вот, по-моему, здесь где-то. Так смешно было. Вот, но все равно работа симпатичная. Это груша здесь, это домик с шахматкой. Ну, классная. Вот, но она легкая, в принципе, да, и довольно быстро вышивается. Поэтому тоже такая у меня она есть. И мне, кстати, очень нравится, когда работы такими панельками идут. То есть они либо вот так вот вытянуты, либо так. Мне кажется, это очень прикольно выглядит.
Так, следующее. У меня был набор. Вот это у нас Shepherd's Bush. У меня был набор. Я еще покупала в те славные времена, когда в запрещенной сети многие продавцы, там, не знаю, за 1300 рублей, за 1500 рублей продавали вот такие наборы Shepherd's Bush. Да, это было просто вот обалденное время. Такой весенний набор, очень милый. Тоже мне очень нравятся здесь корзинки, видите, вот таким швом вышиты они, и в них бисер, как будто это яйца положили в корзинку. Вот. Ну, в наборе здесь все было, как бы шелк, основа, которая, видите, как она просвечивается. Просто уже рука болит так держать. Ну, красивая, миленькая работа. Очень нежная. Весной это просто одно удовольствие такое вышивать. Да вообще Shepherd's Bush, знаете, это большое удовольствие. У меня больше нет. Это был единственный вот мой набор. Ну, как бы у меня всего их, по-моему, было два. Я их берегла, один вышла, вот этот берегла дальше, но не смогла сдержаться и вышла его весной. Следующая работа, которая вышла этой осенью, это из буклета The Blackbird Designs. Очень известные желуди вот эти вот. Этот сэмплер, я его обожаю. Он такой атмосферный. Это сэмплер про ноябрь, мне кажется. Знаете, когда уже опали почти все листья, когда уже чувствуется, что вот-вот наступит зима. Немножко, может, он даже и грустный, но у него классная атмосфера вообще. Вот эти листья, эти желуди. Он легко вышивался. Это 40-й каунт. Основу я красила сама. Опять там что-то химичила, ее осветляла, затемняла. Короче, нет рецепта. Вот. Вышила. Очень хочу оформить. Я балдею прямо от нее. Мне очень нравятся эти темно-коричневые такие желуди. Я вообще обожаю дубы, обожаю желуди. Рассказывала уже. Вот, и очень полюбила я вот эти вот журналы, ну не журнал, как буклет, но он такой толстый, вот Blackbird Designs. Думаю, надо еще купить один осенний, у них есть, очень классный, и по нему тоже вышивать. Потому что, знаете, это так прикольно, ты осенью такой, чтобы мне вышить, достаешь этот буклет, полистаешь его, там сидя с чайком или кофейком, и сразу такое настроение приятное создается. В общем, от каждого этапа надо получать удовольствие. Так, следующая работа. Сейчас, тут еще не все. Не так уж, кстати. Да, я говорила, не так уж и много работ. Так, следующая работа, которую я вышивала весной, это Just Nan подбором. Вообще, вы знаете, наверное, я неправильно говорю, когда говорю, что вышивала подбором. Потому что подбор — это скорее, когда ты сам подбираешь материалы, то есть ты по своему вкусу подбираешь материалы на глаз. Я шью по ключу, но просто у меня нет пака, да, своего оригинального, нет схемы оригинальной. Но ключу я стараюсь соответствовать. То есть я просто ищу материалы по ключу, как написано в схеме. Здесь у меня все материалы по ключу. Сердечки я покупала на Алиэкспресс 100 лет назад. Я думаю, вы без труда их найдете и на Алиэкспрессе. Да, я думаю, что они и на Вайлдберрис есть. Основу я красила сама. Я, кстати, не помню, как этот сюжет называется. Что-то про дружбу. Есть еще второй такой розовый. Я тоже его хочу вышить. Его Катя вышивала. Очень красивый. Я говорю, я вообще вот обожаю вот это вот джастненовские вот эти узоры. Такие нежные. Вот эти сердечки все. Ну, это просто красота. Это просто нежнятина. Единственное, здесь был такой синий бисер по ключу, он мне вообще не понравился, я решила пришить такой голубой, чтобы понежнее было, потому что черный это было бы просто как черные какие-то кляксы. Нитка здесь используется Water Lilies, Caron, вот видите, с переходами. И в том розовом, который компаньон этому сэмплеру, тоже используется эта нитка, она мне еще, конечно, осталась, поэтому... Конечно же, я хочу его тоже розовый вышивать. Он такой, знаете, весь ажурный, такой вот какой-то кружевной. Ну, классно, конечно. Эти сердечки вообще.
Красота. Так, еще один Милхил затесался у меня здесь. Это вот такой вот волшебник. Ну, для меня, конечно, это Дамблдор однозначно. Тут даже вопросов быть не может. Дамблдор во всей своей красе, на пике своей славы. Знаете, это самый сложный Милхил. У меня был набор. Это самый сложный Милхил из всех, которые я вышивала. Потому что здесь просто огромное количество аппетитного бисера. Это первое. Второе. Здесь много одиночек и одиночного бисера. Здесь есть бэкстич. Здесь есть что-то еще. Я помню, что что-то я удивилась, что здесь и бэкстич, и бленды нет. Блендов нет. В общем, непростая работа была. Сейчас пытаюсь вспомнить. Я помню, что он кропотливо шился. Но он настолько роскошный, это вообще не передать словами. Вот это, вот этот плащ волшебника, он весь, вот смотрите, как он сверкает. Он весь сверкает, весь переливается. Ну, конечно, пуговичка здесь просто. Я вообще люблю вот такие сюжеты космические, да. Ну, там солнце, луна, все дела, вот это моя тема. Но он был непростой, но он такой красивый. Я заменила здесь основу. Вот. Заменила бы я сейчас ее? Я не знаю, кстати. Я не знаю. Мне кажется, что здесь на вот этой вот дырявой основе бы так не выглядело. Вот видите, здесь синим по синему вышиваются одиночки. Ну, в общем, шикарнейшая работа. Я рекомендую. Ну, а будьте готовы, что она немножко такая кропотливая. Я не скажу, что она прям какая-то суперсложная. Нет, ну такая. Здесь очень много бисера. Так, следующая работа – это Jasmine, Summer Night. Много говорят про этот сюжет, но немногие его почему-то вышивают. Даже слышала, что он непростой в отшиве. Ну нет, мне так не показалось. Мне он дался легко. Опять же, это подбор. Ну вот, да, как, что я говорила, как раз здесь все по ключу, кроме вот этих цветочков. По ключу цветочки меньше размером. Они точно такие же, стеклянные, но они меньше размером. Мои цветочки просто чуть-чуть крупнее. Ну и там цвет, может быть, немного отличается, но в целом все то же самое. Остальное все по ключу, все нитки по ключу. Знаете, эта работа, я очень давно хотела ее вышить. Очень давно. Я на нее смотрела. Она у меня вызывает такие ассоциации из детства. Я когда была маленькая, и было лето, и вот ночью, ну, мы жили на втором этаже в маленьком городе, и вот, ну, в пятиэтажке, знаете, ну, где все друг друга знают, вот эта вот вся история. Вот, я помню, у нас возле подъезда рос большой такой каштан и акации, и вот ночью тихо светит фонарь, вот такая тишина. И слышно, как шелестят вот эти листья. И так тепло, вот этот теплый такой летний ветерок в окно. И на лавочке около подъезда кто-нибудь сидел и тихонько разговаривал. И вот этот такой вот тихий бубнёж такой в темноте. И вот этот ветерок. Мне напоминает вот этот сюжет. Я на него смотрю, и я это все вспоминаю. Он же называется «Summer Night». Ну, вот эти летние ночи из детства, у меня такая ассоциация. Очень я обожаю. Просто я его так давно хотела вышить и прям получила удовольствие, да. Ну, вот кто-то скажет, странно, какая-то ты, Наташа, что у тебя здесь вообще, какие-то ассоциации с детства. Ну, вот не знаю почему-то. Может, цвета так на меня действуют. Не знаю почему. Вообще у меня так со всеми работами. Знаете, я на какие-то работы смотрю, и у меня они все с чем-то ассоциируются, я поэтому их и вышиваю, наверное, не знаю. Вот, следующая у меня Виктория Сэмплер. Вот такая вот работа, которая вышла летом или весной, тоже уже не помню. Основу я красила сама. Так, сейчас я сяду как-то по-другому, а то у меня уже все болит так держать эти работы. Я вообще в этом году впервые же попробовала хардангер, вот, ребята, но не на этой работе, на другой, я вам сейчас покажу. И хардангер вышивается очень легко, хотя он выглядит сложным, он выглядит эффектным, но он так легко вышивается, главное все правильно вот порезать, да, для этих дырочек.
и все будет супер. Вот видите, как у меня все вышлось, да, и ничего сложного в этом не было. Это 28-й аккаунт, значит, конечно же, у меня не было ни пака, ни схемы, я все взяла в интернете, пак я собрала сама, да, ну вот тут уже подбор. Подбор, потому что, конечно, вот эти все нитки, разоришься собирать, здесь у меня DMC, то есть я заменила нитки на DMC шелковые. Ленточку шелковую от гаммы я покрасила сама, и у меня цвета получились не очень яркие, то есть по ключу там такие глубокие цвета, то есть там переходы очень глубоких цветов. Но у меня получилось вот так вот нежненько, ну, знаете, тоже неплохо выглядит. Жемчужинки вот здесь в мережке пришиваются. Я их покупала в Гринбёрде, и они соответствуют калибру, который идет в паке. Потому что, ну, там, по-моему, 2 миллиметра или что-то такое. Обычно везде продаются бусины 3 миллиметра. Что-то с фокусом у нас. Проблемы. Короче говоря, очень красивая работа. Я мечтала тоже давно-давно ее вышить. Огромное удовольствие получила от отшива. Ну, тем более, что когда сам все это собираешь, подбираешь, я это очень люблю все делать. И потом видишь результат и думаешь, ну, а чем хуже, да, оригинала? Хочу оформить в Беллпул, даже ткань купила, но пока не решаюсь. Потому что до конца я не понимаю, как это все сделать красиво. Виктория предлагает все это вот здесь вот обрезать, да, вот прям так обрезать, сзади какой-то задник прицепить. Я так не очень хочу, знаете, резать прям под край, но с другой стороны можно, конечно, вот это подвернуть вот так вот, да, вот так здесь подвернуть в самый край, но тогда вот все равно вот эта ткань, она будет видна. В общем, я пока до конца не поняла, как я хочу, чтобы это выглядело в оформленном виде, поэтому не оформляю. Так, следующая работа от Виктория Сэмплер. Сейчас. Следующая работа от Виктории. Это вот как раз моя первая Виктория, которую я вышила. Это была она. Quilting Bee Сэмплер. С этим сэмплером я участвовала в СП. Вот, и это тоже подбор. Здесь есть по ключу нитки. Это вот эта нитка. Вот эта нитка, зеленая перле. Она идет по ключу. Я очень долго, знаете, искала ей замену, красила даже сама перле. Короче, мне все не нравилось, и в итоге я ее купила. И что? Ну, разочарование. Мне она вообще не нравится. Она скручивается, путается, да, ну она шелковая, как бы, это, конечно, здорово, но вышивать ею не очень прикольно, не очень приятно. Вот, и здесь у нас вот эти тетеньки сидят. Я собирала вообще материалы просто повсюду, какие-то вот, какие-то остатки. Мне вообще достались остатки вместе со схемой от Лены Ветровой. Лен, тебе большой привет тоже. И я вот это вот, да, вот женщина вышла вот этими остатками, то есть мне хватило, которые мне достались от Лены, некоторые бусинки тоже я, кстати, не помню, по-моему, пришила тоже от Лены. В общем, здесь просто все собрано, да. Дальше уже это я подбирала какие-то нитки, в общем. Ну, процесс шел у меня. И в течение вышивки я там что-то заменяла. Но получилось, ну вот вы не отличите от оригинала, серьезно, вы не отличите. Ну и вот, я попробовала здесь впервые хардангер. Конечно, мне было страшновато все это резать, потом дело пошло. Я просто поняла довольно быстро, как это все делать. И получилось. Получилась очень красивая работа, которую тоже мечтаю оформить. Ее, кстати, было, знаете, очень интересно вышивать. Правда, так увлекательно, потому что вот эти все новые какие-то стежки, ну, классно, это интересно. И плюс хардангер еще. Вообще, Виктория, ну, тут есть чем гордиться. Вот, в общем, такая классная работа. Давайте я еще раз вот так ее издалека покажу. Вышивала на 28-м каунте сырого льна.
Я сейчас сама в камеру смотрю, она такая эффектная. Ну, Виктория мне нравится. Ее вышивать увлекательно, интересно. Вот где точно ты не соскучишься, это с Викторией Сэмплер. Так, и тогда продолжим тему Виктории Сэмплер дальше. Меня понесло уж совсем. И я решила вышить вот такую коробку. Это Starbridge Box, кажется, если я не ошибаюсь. Еще раз, это мой подбор. Вот, то есть дальше будет все подбором. Она у меня сейчас набита просто керамическими вот этими фруктами, которые я покупала летом. Я здесь, это такая тренировочная была для меня коробка, наверное. Я с ней тоже участвовала, кажется, в СП. Да. Ну, ладно, я уже сейчас не помню, честно говоря, или я выиграла эту коробку в СП. Короче, я, когда увидела все эти прикладные коробки от Виктории, что-то я сон потеряла. И думаю, мне это надо. Но я нашла видео на канале Виктория Сэмплер на Ютубе, где есть прям серия видео, как такие коробки оформлять. Ну, оформление меня не пугало, меня вообще ничего не пугало. Вот, и я собрала материалы. Прям вот тут у меня по ключу только вот этот цвет, просто потому что он шел в другой Виктории, шелк. А все остальное это вообще от себятина полная. То есть здесь я заменяла деревушки вот этой DMC, вот эта нитка с переходами, это DMC, которая с переходами. Так, здесь у меня какой-то вот шелк красный. Ну, в общем, ну не какой-то это Глориан. И креник тоже заменила. Ну, все я вот прям брала на глаз от себя. От себятина полнейшая. Здесь у меня и шелк, и хлопок, и все на свете. Ну и все, и вышила. Вышивается легко, потому что здесь немного. Вышивается сначала верхняя часть, потом все боковые стороны, потом все это на картон клеится, все это собирается. Собирать ее это та еще, конечно, история, я вам так скажу. Вот. И крышка от коробки, она у меня вышла, видите, не идеально, потому что здесь толстоваты, видать, были вот эти швы. Но это вот я говорю, такая тренировочная коробка получилась, но получилось все равно очень интересно. Внутри вот так она выглядит у меня. Ну вот, а эта часть, тут вышивать ничего не надо. Тут просто надо сделать, по сути, коробку, да, из ткани. Вот видите, у меня есть баклажаны, помидоры, все лежит. Ну, получилось тоже так себе, потому что я так тоже делала все на глазок. Она тут, видите, у меня погнулась. Но, ребят, ну в целом же красиво. Ну красиво, мне надо было вот это испытать. Короче, мне так эта коробка понравилась. И я еще одну решила сделать коробку. Сейчас покажу вам вторую коробень. Вообще, изначально я хотела эту коробку вышить. Но я там выиграла в СП. Вот, я вспомнила, выиграла в СП схему. Да, и, по-моему, вот эту как раз. Я ее сделала, эту коробку. Но все равно мне не давало покоя. Вот эта, Autumn Box она называется. И тут у меня уже больше успеха. Сейчас я вам покажу. Это тоже подбор. Ну, понятно, здесь все дело в крышке. Я покрасила ленточки. Сама ленты здесь используются. Шелковые, ручного окрашивания. Три ленты идет в паке. Но я покрасила сама. Дальше нитку, вот эту вот, да, которая в кленовых листьях, она там по ключу более глубокого цвета, по-моему, Глориана. Ну, естественно, я не нашла ее, поэтому я использовала тоже другую, Димки Дайс, по-моему. Креник здесь используется. Короче, я все позаменяла, но, опять же, ни о чем не жалею. Посмотрите, как здорово получилось. Красиво. Сверкает все. Креник тоже заменила на тот, который нашла. Вот так вот. Вот эти, кстати, вот эти рамочки все, они довольно нудно вышиваются. Здесь у нас идет алфавит и надпись. И здесь, и вообще, просто балдеж. Внутри я сделала вот так. Сюда можно иголки втыкать. И сама коробка на этот раз получилась чуть получше. Вот, она все равно у меня, видите, сгибается, потому что я ее не подогнала вот идеально.
Поэтому, когда я закрываю крышку, крышка немножко туговато закрывается, и вот эти боковые части, они слегка как бы, ну, прогибаются. Но это вообще не критично. Вот. И получилась такая классная, приятная очень коробочка. Вот. Я наигралась с этим. И пока больше не хочу такие эксперименты проводить. Но действительно, они прикольные, они очень эффектно выглядят, эти коробки. И вот у меня теперь есть целых две. Вот такая красота. Я их, конечно, пока убрала. Планирую вообще я в них какие-то процессы свои организовывать. Мне кажется, здорово будет. Так, ну и последняя работа на сегодня, которую я вам покажу, которой я очень тоже горжусь, которая была очень кропотливой, сложной, и я ее осилила. Это вот такой вот просто потрясающий сэмплер от Scarlett Letter. И теперь я понимаю, что сэмплеры — это основное направление, в котором я планирую двигаться в следующем году. Этот сэмплер вышивается непросто, потому что здесь много петита. Очень много петита на 36-м каунте. Но он такой эффектный, он такой яркий, красивый. Яркий, да, несмотря на то, что здесь довольно спокойные цвета, кроме вот этих голубых. И, ну, все такое коричнево-зеленое, да. Но эти голубые цвета, они придают ему такой силы. И он необычный. То есть, ну, вообще, просто я говорю, это... Наверное, сейчас это мой любимый сэмплер. Один из любимых. Не знаю, наверное, любимый все-таки. Вышивала я его по ключу DMC за исключением вот этих голубых цветов. То есть здесь используются три голубо-бирюзовых цвета оверасуа. Можно вышивать полностью шелком оверасуа. Ключ представлен в DMC и в шелке. Я, ну так, внимательно посмотрела на все нитки, поняла, что вот эти все коричнево-зеленые не сильную роль сыграют, а вот голубой все-таки мне хотелось, чтобы он был такой яркий. И на фоне коричневой вот этой ткани и всех этих оттенков он очень выделяется, и он придает сэмплеру такую изюминку. Я бы сказала, он даже светится, вот этот синий. Тут синий-голубой цвет. Просто роскошь. Очень красивый сэмплер. Я советую вам его вышивать. Вы не пожалеете, да? Но наберите терпение, потому что здесь много петита. И я петит вышивала полукрестом. Я попробовала вышить крестиком. Он толкался. Мне не понравилось, как это выглядит. Я посмотрела на... Отшивов мало этого сэмплера, но я посмотрела, там все это толкалось, было некрасиво. Полукрестом, вот даже в птице вам поближе покажу. Ничего плохого, все очень здорово выглядит. Получается, что вы в два раза себе уменьшаете работу. Вообще вышивается несложно, просто из-за того, что мелко, немножко устают глаза и нужно делать перерывы. Но это вообще бесподобнейший сэмплер. И вот я говорю... Наверное, вот окончательно на этом сэмплере я поняла, что все-таки это основное, то, что я хочу вышивать, это сэмплеры. И вот я немножко затрону, да, эту тему, что в следующем году по плану у меня стоит много примитивов и сэмплеров. И, как я уже сказала, это основное направление, в котором бы я хотела двигаться дальше. Да, это такой небольшой спойлер на планы на 2024 год. Изначально я не хотела снимать планы, но все-таки сейчас я понимаю, что пусть даже они не сбудутся, но их нужно строить. Нужно строить планы на будущее, чтобы всегда как бы было чувство, что это будущее есть, что оно наступит, что у тебя много дел еще на будущее. Вот мне кажется так. И я думаю, что я сниму все-таки видео о планах на 2024 год, и пусть даже они не сбудутся,
Но, во-первых, это развлечет вас, это доставит удовольствие мне, и все равно что-нибудь из этого да вышьется. Вот такие, друзья, были мои итоги 23-го года. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И напишите мне, какая работа вам понравилась больше всего. Ну и вообще пишите все. Я всегда всем отвечаю, я всегда очень рада вам. Друзья, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всего самого-самого прекрасного, чтобы вдохновение всегда у вас было, чтобы оно вас не покидало, чтобы у вас появлялось много новых интересных идей. Для тех, кто снимает видео, я хочу тоже пожелать вдохновения. Все возвращайтесь к съемкам видео, продолжайте делать то, что вы делаете, с удовольствием, пусть это приносит радость всем, не только вам, но и окружающим, и пусть следующий год будет насыщен вышивкой, интересной, новой, новыми какими-то свершениями нашими творческими. Я всем этого искренне желаю. На этом я буду завершать свое видео. До встречи в следующем году и всем пока!